Представители Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Белореченской межрайонной прокуратуры, районной администрации провели совещание с руководителями организаций и предприятий, предпринимателями-плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду. Тема – меры по взысканию задолженности. В специальной комиссии проводится работа по максимальному вовлечению хозяйствующих субъектов в систему платы, в том числе путем проведения мониторинга объектов общепита, розничной торговли, станций технического обслуживания, автомоек, объектов промышленности, деревообработки. Также направляются запросы в налоговую инспекцию для уточнения списка предприятий и индивидуальных предпринимателей. Проводится работа по выявлению хозяйствующих субъектов, работающих по муниципальному заказу. Выявляются обособленные подразделения, головные компании которых зарегистрированы за пределами Белореченского района. По итогам проведенного совещания администрация будет направлена информация в Белореченскую межрайонную прокуратуру для принятия мер административного воздействия по неплательщикам. Уважаемые природопользователи, администрация муниципального образования Белореченский район напоминает вам, что плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду являются юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с природопользованием. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьями 841 и 85 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 6 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей.